Медицинская марихуана. В этом бизнесе крутятся миллиарды долларов. Но будущее за травкой в таблетках. Пока как-то неубедительно. Смотрите, многие слышали о том, что Басс Олдрин ходил по Луне. Но даже круглый двоечник скажет, что Нил Армстронг был первым. А знаете почему? Он был первым. Он был командиром экипажа. С его стороны. Потому что оттолкнул к чертям Базу Олдрина с дороги и взял историю в свои руки. Теперь убедили. Старик, ты балансируешь на грани банкротства. У меня проблемы с деньгами? Ну, скорее с их отсутствием. Гарольд! Завтра ты вылетаешь в Мексику. Куда? Мы хотим, чтобы ты лично передал в лабораторию формулу. Буэнос диэс. Я знаю, мне нельзя открывать мини-бар, но я это сделаю. Все, и мне даже не стыдно. Наплевать, я хочу выпить. Салют. Руки вверх! Все, тебе конец. Что происходит? Меня похитили! Я где-то в Мексике, и мне тычут в голову пистолетом! Вот же чертов нытик! Гарольд, я скажу тебе все как есть. Ты главный. Мы продавали товар картелям, но потом обрубили поставки, и они немного обиделись. Что за чертовщина? Это какая-то сказочная фигня! Есть один тип. Я выслеживал диктаторов. Найду уж как-нибудь и вашего менеджера. Что они хотят? 5 миллионов! Чего? Песо? Долларов! Это что? Подкожный микрочип. Окей. Я должен знать, где ты. Ненавижу уколы! Ладно, сюда. Меня не напугаешь сказками о злобных картелях. Я знаю, как все устроено. Но не в Мексике. Где это? Гарольд? 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 Гринго. О, Господи, помоги мне! Ты что, реально веришь в Бога? Конечно, я верю в Бога. Какой идиот в него не верит? Ну, наверное, я тоже верю, но... Опасный бизнес. Скоро у тебя все наладится. Я никогда не ошибаюсь. Let's go!